подстерегает нас повсюду. Опасность никогда не выглядела так, как сейчас. Той ночью я кое-что увидел. Что произошло под мостом? Умеете ли вы хранить секреты? 10 лет вы не ступали ногой в Викторию. И вот вы появились в середине моего расследования убийства. Ищу книгу. Люди будут говорить мне то, что не скажут вам. Девушек всегда не хватает. Вик, девочки, так нас называют полицейские. Как и зажигалки. Почему вас так называют? Ведь мы одноразовые. Сказка об ужасе и чуде. О невинности и красоте. О силе и грехе. Эта история будет долго преследовать остров. Факт никогда не менялся. Мы должны защищать. Но некоторых вещей защиты нет. Я хочу, чтобы ты отвел меня под мост.